Discovery головного мозга. Знакомьтесь, это бородавочник. И у него есть природные враги. Мангусты. Мангусты не любят должников. А бородавочники частенько им должны. И как только мангусты чувствуют должника, они берутся за дело. А бородавочник, будучи облепят великана. Мангусты чувствуют должника, они берутся за дело. А бородавочник, будучи обнаруженным, не пытается сбежать. Вся стая накидывается на бородавочника, ставит его на колени и начинает шмонать. Если шмон не приносит результатов, то вход идет бита. Куда он там лезет? Он ему в очко там лезет, шмонает его там. Нормально. Один раз по коленке и пару раз по печени. А как повелось в природе, если бородавочник не раскаивается, мангуст достает ствол. Кабан? 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 Нет! Большие кабаны! Знакомьтесь, ладно, это малиновка. Птичка, собирающая себе хавчик в одну кучку на весь день. Но в лесу правила просты. У кого больше патронов, тот и главный. Поэтому при приближении врага она достает свою 9-миллиметровую беретту. И тогда... Что? Какая нахрен беретта? 9-метровая. При приближении врага она достает свою 9-миллиметровую беретту. И тогда начинается настоящий танец смерти. Гопники леса снегири стреляют в воздух, дабы припугнуть лоха, потому что знают, что малиновка от природы плохой стрелок. И только тогда, когда обстановка раскалена до предела, малиновке ничего не остается, как позвать кого-нибудь из корешей, чтобы тот помог защитить остатки семок. Лёха! Лёха! А, что? Следи за зёрнами, я сейчас прилечу! Окей! Или не окей? Ах ты, сука, сраная! Ты решил сам захавать семечки. Знакомьтесь, это сурикаты. И как повелось в природе, каждую пятницу сурикат-предводитель поднимает вверх бутылку элитного виски. Тем самым Бутылочку Джека Дэниелса? Что? Предводитель поднимает вверх бутылку элитного виски. Тем самым созывая остальных сурикатов закинуть за воротник. И, конечно же, он не забывает про только что отсидевших на зоне сурикатов. Золотые купола, золотые купола. За что и ловит немного респекта. Душу мою ранили. Но все это коварный план для поиска свободной и на все готовой самки. И кажется, он ее нашел. А потом в конце оказывается, что это не самка? Знаешь, малышка, это было незабываемо. Да что, блядь? Что? Что за хрень? Что? Какого черта? Знаешь, малышка, это было незабываемо. А ведь я даже не знаю твоего имени. Зови меня Володя. Блядь, так и знал, сука! Я так и знал, я так и знал. Володя, я вот как знал, а? Даже не знаю твоего имени. Зови меня Володя. Это Гейбл! Гейбл! Знакомьтесь, это... Ай, бля... Снежные бараны. Мудаки животного мира. От природы у них большая часть черепа заполнена монтажной пеной, что помогает избежать от Ой, я помню, эту монтажную пену один раз себе на руки вылил. Вот так вот в ладошки вот так вот делал, когда малой был. А потом такой хуяк,
она не отдирается. Эта пена-то с рук не отдирается, она не исчезает. Я так впитал прикола этого. Я б так охренел. Зачем? Просто зачем я взял в ручки и вот так вот поделал? Черепа заполнена монтажной пеной, что помогает избежать от попадания в голову умных мыслей. И естественно, что при таком раскладе у них в почете является нанесение крысиного удара со спины по яйцам. Для начала баран начинает подъебывать, типа «Ахаха, я же не...» Он подходит и под яйца пинает. Попал. Так чисто. Проверил реакцию. И вдруг, да, это был щекотливый крысиный удар со спины по яйцам. Победитель идет прямо, не оборачиваясь, показывая, кто здесь король. Но удар пришелся по касательной, что привело к потрескиванию орешка. И, чувствуя свою вину, происходит предложение бутылочки светлого нефильтрованного. Но монтажная пена делает свое дело, что приводит к логическому завершению. Знакомьтесь, это жабовидная ящерица. И как повелось в природе, в основном они часто сидят ВКонтакте, отчего всегда в курсе всех свежих мемасов. А это старый койот. Они сидят только в Одноклассниках и свежие мемасы до... Старый койот в Одноклассниках. Так, хорошо. Них доходит очень долго. Для заведения новых знакомств койот выслеживает ящерицу и атакует ее очень старым мемасом. Ящерица понимает неактуальность этого мема. Это, сука, не актуально. Дверь мне запилил. Дверь мне запилил. Запилил мне дверь мне запилил. И начинает уклоняться. Но все же, посмотрев на него, у нее неизбежно идет кровь из глаз. Это обижает старого койота. Он чувствует себя ущербным и не в тренде. И убегает в лес. А после такого ящерице ничего не остается, как найти укромное место, чтобы тихо умереть от приступа ностальгии. Знакомьтесь, это так. Самка паука Порша. И как подобает истинной самке, в то время, когда ее самец в поте лица трудится, чтобы поймать не... А у пауков еще есть такой прикол, что самцы меньше самок, так. Подобает истинной самке, в то время, когда ее самец в поте лица трудится, чтобы поймать немного пищи, она занимается всякой херней. А именно скачет по всей хате, как дура. А когда делать уже нечего, она естественно хочет внимания и обнимашек. Но самец занят, и самка, понимая это, естественно делает все аккуратно. Она начинает с малого, слегка подергивает за паутину. Самец на накаливается, но не... Дергает по паутинке. как все в жизни. По нервам просто. Просто по нервам фигачит. Не обращает внимания, ведь он на работе. Самка чувствует, что он ее не любит. И вообще он говно. И пусть валит к своей бывшей. И она уже на грани, чтобы устроить... Все как у людей, да? Вообще он говно. И пусть валит к своей бывшей. И она уже на грани, чтобы устроить скандал. Ой. Тогда-то подергивание начинает иметь другой смысл. Я тут с двух вещей смеюсь. С первой вещи я вспоминаю, откуда эта мелодия, это из Тома и Джерри. Когда усы натягивал Тому. А второе, это такая, как дрыгает этот паук. Другой смысл. Знакомьтесь, это дагестанский богомол, борцуха животного мира. В отличие от всех других обитателей леса, он не атакует бессмысленно, а тактично выжидает момент, чтобы взять на болевой. Но, как всем известно, у дагестанских богомолов с рождения одинаковое количество ловкости, силы и ХП, отчего друг друга на болевой они взять не могут. Тогда-то и приходится идти на добычу покрупнее. И он ее нашел. Это дагестанский паук. А как вы... В
Бля, не надо. Я все, я... Да ёпту, не надо. Сука, я уже знаю, что сейчас будет. Крупнее. И он ее нашел. Ой. Это дагестанский паук. Ой. А как вы знаете со школы, дагестанские пауки очень медлительные. Но зато у них есть травмат. Но богомол не лох и становится в стойку так... Есть же такое, есть же, братцы, есть же. Сказать говоря пауку, только пальни чепуха. Мои... Только пальни чепуха, я тебя просто положу на лопатку. Эй, слушай, ты чё? Братаны найдут тебя. Жи есть. Паук понимает, что на своей приоре он далеко не уедет. И уходит с миром. Богомол превосполнен гордостью и уже хочет вернуться к браткам, чтобы рассказать, как он один против десятерых дрался на ножах и всех повалил. Но, к сожалению, на своем пути он встретил мега-дагестанского богомола с 1255 хп и 800 маны. Ой, ёпт, а как мы знаем... Это чё? Это чё за хуя? Это что такое? Чё такое большой? 1255 хп и 800 маны. А как мы знаем с уроков биологии, это значит, что он на химке возвращается после тренировки, и ему надо срочно покушать белка. Ой-ой-ой. Ясно. Пошел я на... Знакомьтесь, это львы. Они являются правоохранительными органами леса. Потому что если лев с рождения не мусорнулся, то на пенсию раньше положенного ему не выйти. И тут вы видите классический случай, когда по наводке какой-то крысы выясняется, что в бегемоте находится 3 килограмма травы. Один лев жестом показывает, что пора бы кому-нибудь что-нибудь сделать. Другой лев жестом показывает размер своей письки, что означает, что пора вызвать молодых, чтобы... Пора вызвать молодых львиц. Львы не охотятся, в этом вся соль. Они максимум, что могут, бежать за львицей и погонять их писюном просто, по ляхам стучать. Вы видели, как они охотятся в дикой природе? Просто валяются вот так вот, чилят себе. Львица там тащит самые вкусные кусочки. Он такой: о, заебись, притащили. Мы те разобрались. Молодой лев на посту, видя нарушителя, находит хороший уступ, чтобы зацепиться. Садится на хвост бегемоту и делает предупредительный выстрел. Бегемот, конечно же, не собирается чалиться 10 лет на зоне, дабы защитить свою драгоценную задницу, и скидывает с бардачка взятку. Фу, бля. Но, как известно, бегемотов с таким количеством травы потом опознают. Я просто на месте бегемота бежишь, просто кал роняешь просто в лицо львицы и все. Особенно, когда она одна, просто бежишь и говно на нее скидываешь. Знают только по кроссовкам. Оу. Знакомьтесь, это скорпион. Скорпионы любят влезать в долги и никогда не торопятся их отдавать. А просьба вернуть долг чаще всего заканчивается потасовкой. Как бы говоря: да я зарплату отдам, сейчас на мели, брат. Как будет, я тебе отпишу. Слово пацана. Естественно, никто никому не отпишет. Отчего скорпион бродит в поисках своих старых друзей, у которых еще не занимал. Или те, кто забыл про долг, но с которыми, естественно, можно забухать. Он ползет к своему старому природному другу полевой мыши. Но, к сожалению, тот уже был в говно. Вспомнив все старые обиды... Даже не охота крепкая, а Балтика-троечка. Легонечко накидалась мышка. Вспомнив все старые обиды, он нападает на своего корешка. А как вам уже, наверное, известно со школы, после того, как мышь по пьяни вырубает своего друга, она все осознает, относит его домой и аккуратненько укладывает, чтобы тот не обиделся. Но в глубине души мышь понимает, что сотку он теперь точно не вернет. Блин!
Ай! Ай! Знакомьтесь, это снюсовый лис. По его выражению... Зачем начинать со снюсового лиса? Надо, обязательно. Морды, можно понять, что он словил немножко бал... Сука, почему у него такая смешная рожа? Блин. Что за нафиг? По его выражению морды, можно понять, что он словил... Ничего необычного. Немножко балдёжки. А если приподнять его губёшку, то под ней окажется маленький пакетик снюса. Эти лисы являются основными поставщиками и потребителями так называемого снюса. Другие животные тоже хотят вкинуться. Они кричат, их ломает. Но лису, как мы видим, всё равно. Ему по кайфу не делиться. И это логично. Вы... Жуйте на свай, суки. Только гляньте на его рожу, да ему вообще на все класть. Он хочет украсть здоровенный медвежий снюс. Ведь у лиса есть дети, которые тоже хотят вкинуться, чтобы быть в школе самыми крутыми. Лис, обнаружив место хранения медвежьего снюса, аккуратно подкрадывается, выжидая момент. Но также он готов к плохому развитию событий. Потому что, как все знают, оставить детей без снюса – это какой же надо быть тварью! Они же дети, боже! Медведь тоже не пальцем деланный. За свой пакет снюса он готов биться. Лис подкрадывается. Но как только медведь смотрит на него, он типа вообще не при делах. Сидит и чилит на камнях. Медвежье очко сужается. Лис готов. Выждал момент и хватает заветный снюс. Успех! Теперь детские губёшки не останутся без снюса. Что происходит? Господи, это так мило. Дайте гитару. На, возьми. Спасибо. Маленький снюсик, под твоей губой, ты слышишь? Лисичка, лисичка. Сгнила губа, выкинул ты свой снюс из окна. Видно, что нет губы, видно, нет губы. Ай, блять, вы посмеялась ты. А он типа такой говорит: ну сейчас, сейчас, у меня нет губы, потому что я люблю снюс долбить. Дай губу погонять, хочу опять употреблять. За губешку снюс закидывать. Ах, снюсик, снюсик, снюсик. Что за лютый пиздец? Знакомьтесь, это так. Птица кобелина. Достаточно самовлюбленная и самоуверенная в себе птица. Он красив, и он это знает. Отчего, естественно, в любовных делах проблем не испытывает. И в большей степени действует показательно перед своими пацанами, которые трутся на веточках неподалеку в надежде присоединиться. Кобелина делает тестовые соблазнительные танцы, которые, по его мнению, просто на 10 из 10. Пацаны одобряют. Теперь все в предвкушении сочной самки. Кобелина никогда бы не стал убирать свою засранную однокомнатную. Но так как на подходе сочная самка, он берется за дело. Все должно быть идеально, чтобы самка не подумала, блин, что у него в любые другие дни абсолютный срач в хате. Да так, что ноги к полу прилипают. Замануха, Кобелина замануха. Вооружается рафаэлкой и в последний раз занюхивает свои яйца. Он готов. Сочная самка прибыла. Но она оказалась достаточно умной для того, чтобы понять, что это галимый развод. Она берет рафаэлку, делает вид, что ей кто-то позвонил, и улетает. Кобелина в гневе. Вот это облом. Берет рафаэлку, делает виш. Просто подхватила рафаэлку и съебнула, нормально. Что ей кто-то позвонил и улетает. Кобелина в гневе. Динамо, мразь, Динамо, Динамо, мразь. Динамо, мразь, мразь, Динамо, как ты посмела? Мразь, шлюшка. Естественно, он потом заходит в ее инстаграм и отписывается. Забирает поставленные лайки и не забывает написать пару комментариев под ее фотографиями. Фу. Да ты просто стрёмная, не моего поля ягода. Я видел ее с малиновкой. Пацаны одобряют. А это значит, что честь восстановлена. Нет. Нет. Знакомьтесь, это медоед.
О, ну, медоед, это мощь, это сила, это медоед. Нет. Это медоед, черт побери. Знакомьтесь, это медоед. Издавна медоед являлся обитателем мест не столь отдаленных. Да с пизды любому. В природном мире. Отчего на свободе ведет себя подобающе, изысканно, как закоренелый зэк. А как всем известно, только что отсидевший срок медоед сразу же идет на поиски местных терпил, дабы вернуться обратно. Змея приведет... Сука, идет на поиски местных терпил. Это такая, это реально, это просто классика для медоеда. Дебатные походки медоеда местных терпил, дабы вернуться. Просто змею душить пошел. Обратно. Змея при виде блатной походки медоеда протягивает кошелек, чтобы тот ее не трогал. Но медоед хочет вернуться обратно домой и на как можно дольше. Змея все понимает. И как подобает истинной терпиле, заскакивает на клык. Медоед отправляется домой. На зону. Давайте же послушаем подробнее о поведении медоедов в их месте обитания. Один раз я видел, как за решеткой один медоед нахлобучивал другого медоеда с таким мерзким звуком. Один из них кричал: «Колян, поднажми!», а другой говорил: «Хэна, больше не вариант!». А все началось с того, что они просто играли в карты. А потом он слушал какую-то песню. Все началось с того, что они просто играли в карты, сука. Блин, какая мразь, а. Все началось с того, что они просто играли в карты. А потом он слушал какую-то песню для отсталых. Там что-то типа: «Ты моя пицца, ты любишь осетинца». Фу, блин. Мне кажется, на свободе ему не выжить. К сожалению, медоед услышал гнилой базар охранника. И с помощью заготовленной заточки он намеревается пробраться к нему в хату, дождаться ночи и насадить падлу на перо. Нет, нет, стой! Не делай этого! Ай! Моя жопа! Это все, что ли? Бля, какой ужас! Ну что, может тогда в карту рубанем? Знакомьтесь, это Сурок. Какой ужас, какой ужас! Ну что, может тогда в карту рубанем? Может в карту, да. Знакомьтесь, это Сурок Байбак, или так называемый... Просто закапывать глаза, просто как же почернело. Как же почернело в глазах. Обыкновенный степной сурок. Сурки по своей природе достаточно злопамятные, мстительные, гнусные твари. Рано или поздно они вспомнят ту самую заветную сотку, которую занимали, будучи еще в школе. Самка не дала совокупиться на первом же свидании. Классика, но не для сурка. Мстительный сурок. Как часто принято в природе, не позвали бухать. Хотя нормально общались. Ворошиловский стрелок вообще. Бля, что? Какой он обидчивый. А также, как вы уже знаете, с уроков природоведения начальных классов сурки используют бронебойные патроны для особо крупных обидчиков. Они состоят из 35% зависти, 15% молочка из очка, 16% «ах ты, сука, мелкая» и 20%... «Ах ты, курва, дробина!» ...процентов «я думал, мы друзья». И в сумме мы получаем 140-процентную чистейшую так называемую обидебану. Какова же его цель? Ага, это слон. Он здоровый, потому что химик. Писька не стоит 100%. Какой ужас. И все равно, что к нему липнут все... Просто на химии, химик. И бабы. Никакой зависти нет. Сурку все равно. Он просто избавляет его от мучений. Потому что ему его жалко. И вообще, знаете, обидно. Вы тянете руку, чтобы продавщица положила вам в нее сдачу. Но она кладет ее на стол. А-а-а!
Ой, сука, было такое, было дело. Стою как дебил с рукой протянутой, как будто на паперти просто. А мне берут и на стол кладут деньги, я такой. Замечательно. Гениально. Ты молодец. А тут комментария не будет? Мангусты не любят должников. Ставит его на колени и начинает шмонать. Капан? Здравствуйте, есть компания Reflame. Большие города. Пустые поезда. Не берега ни дня. Знакомьтесь, это коровы. Ура! Коровы достаточно наивные и глупые существа. Еще ученые доказали это, посадив корову перед сломанным движком от девятки. Она элементарно не смогла его перебрать, а только говорила, что надо брать ипотеку и детей настругать. А то часики-то тикают, как заложено природой, когда корова... Бля... Какая ж ты, блядь. Элементарно не смогла его перебрать. Ладно, я не буду комментировать. Я только говорила, что надо брать ипотеку и детей настругать. А то часики-то тикают. Как заложено природой, когда корова чувствует угрозу, они начинают обильно сраться. И начинают скупать туалетную бумагу, не имея представления о чести и гордости. Сметая магазин за магазином. А когда полки пустеют, эти твари не брезгуют взять чужую бумагу. И не только чистую. Не думая о том, что кроме них в мире есть еще маленькие собаки, которые в эти злополучные дни не отказались бы хотя бы от одного жалкого кусманчика потирочки. Грустно. Поэтому собаки в отместку скупают гречку. Именно это и послужило всем известной древнейшей вражде между коровами и собаками. Коров с рождения натаскивают на запах нераспакованной гречки, отправляя потушить первую попавшуюся собаку. Что? Что у автора в голове просто? В то же время собака способна учуять корову по запаху чистой жопы на расстоянии до 100 километров. Нет! Шарик, дай бумажку я мне! Я как и ты был на цепи! Шарик! Кто заставил детей это петь? Знакомьтесь, это лангуры. Несмотря на то, что детеныши лангуров вынашивают всего лишь 3 месяца, они рождаются уже сморщенными 53-летними мужланами. И, естественно, в первую очередь новорожденных детенышей надо опохмелить. Но так как алкоголь вреден для детского 53-летнего организма, мама лангур заранее забористо проспиртовывается, после чего для своего роднулечки через фильтр доносит уже высококачественные коктейль. Бля. Мать почувствовала, что она не может грамотно набухать сына в его-то 53 года и делает ему классический взболтать, но не смешивать прием. Его прибило. Казалось бы, Блядь, куда вы его достали просто? Что с ним не так? Во, прибило. Казалось бы, ему надо просто... Что с ним не так? Что произошло? Посидеть и подышать свежим воздухом. И, возможно, А, это игрушка. Или что это? Это же не настоящий. Курить маленькую обезьянью сишку с кнопочкой. Жутко. Но все над ним угорают, снимая на телефон. И Саня бы хотел собраться изо всех сил, чтобы протрезветь, но тщетно. Он овощ. А тем временем стрёмные набуханные самки идут на запах свободной письки. И, к сожалению, пришпоренный 53-летний молодой человек тут легкая мишень. Но Саня, вспомнив, как им занюхивали водку, понял, что теперь терять нечего. Бля, ну серьезно, Саня взяла? Саня, положи, ты чё? Ты гонишь? Положи ему трогай, швабра, бля! Пылает,
Знакомьтесь, это бурый медведь. Спячка бурых медведей продолжается в течение 120 Ладно. Дней, после чего они набираются сил благодаря здоровому питанию и боям на ножах. Мама-медведица с детства приучает свое потомство наносить удары в крысу. Она отворачивается и дает шанс провести пару точных ножевых. Какого хуя? Ну а также, как все знают, по ножам можно определить, из какой семьи данная особь. Чаще всего в дикой природе встречаются медведи-любители аниме, медведи-интеллектуалы, медведи-дебилы, фейковые медведи и, конечно же, солевые, обычно вооруженные наспех сделанной заточкой. Но вы спросите, а как мне определить, солевой ли медведь или нет, если он не достал нож? Все достаточно легко. Просто переконвектируйте медведя в 3D и посмотрите на его рожу. И если она дебильноватая ржакичная, то это солевой медведь. Оттуда и пошло всеми известное выражение «солевой как Мишутка». Я стояла за кассой, а он просто вломился. Я не знала, что делать. А что у него было? Какой нож-то был? Нож? Ну да, но у него что-то было. Заточка? Что? Заточка была? Я не знаю. Я видел научную передачу на канале Нисика. Сейчас он выйдет на улицу, я быстро переконвертирую. Это что, съемки в Питере происходят? Тирю его в 3D и выясни, кто он. Сиди в машине, я скоро. У него заточка, Лена, он солевой. На, получи, на. Где соли, Миша? На. Миша, где соли, я тебе говорю? Я знаю, ты солевой. По роже же видно. Ой, блин. Какая же это дичь просто. Какая это, мать его, дичь. Это просто дичь. Но моментами смешная. Моментами перебор, но моментами смешная.